В США теннисные корты превращаются в полевые госпитали для заболевших коронавирусом. Центр, в котором ежегодно проводится US Open, принимает своих первых пациентов. В штате Нью-Йорк заразившихся больше, чем в целых странах – около 160 тысяч. Почти половина летальных исходов в США зафиксирована тоже здесь. Всего в Соединенных Штатах умерли свыше 18 тысяч инфицированных. От одного только взгляда на цифры становится страшно. Столько людей умерли. В то же время количество мест в больницах, занимаемых заболевшими, снижается. А это говорит о том, что эпидемия, возможно, идет на спад. В Детройтском медицинском центре могут выяснить, заражен ли человек коронавирусом за считанные минуты. Тесты проводят специалисты из организации «Система здравоохранения Генри Форда» и студенты, будущие врачи. В первую очередь анализы сдают сотрудники скорой помощи, полицейские, водители автобусов. Медикам помогает армия. В четверг самолет Национальной гвардии доставил из Северной Каролины на востоке страны в Аризону на юго-западе материалы для пошива защитных средств. Здесь насчитывается свыше 3000 инфицированных.